Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Пир Богов. Сегодня приготовим салат из капусты бульот. Для этого нам понадобится 1 кг белокочанной капусты, 1 красный болгарский перец, 1 красный острый перец, 5-6 зубчиков чеснока, 3 моркови и для заливки 1 столовая ложка соли, 10 столовых ложек уксуса, полстакана сахара, полстакана воды, полстакана растительного масла без запаха, можно брать оливковое, пол чайной ложки кориандра, на кончике ложки душистого перца и черного перца. Для приготовления этого салата я использую 6-литровый контейнер с крышкой. Итак, приступим. Тонко шинкуем капусту, полосочками нарезаем болгарский перец. Мелко рубим чеснок и выкладываем в контейнер. На крупной терке натираю морковь. Красный острый перец чищу и мелко нарезаю. Обязательно с ним работаю в перчатке. Все в контейнере перемешиваю. И начинаю готовить заливку. В сковороду выливаю масло, воду, высыпаю сахар, соль, специи. На среднем огне, у индукции это 8 или 9, греем нашу заливку, постоянно помешиваем, чтобы сахар и соль растворились. После растворения в горячую жидкость добавляем уксус, все перемешиваем и выливаем в капусту. В контейнере все перемешиваем. Уже видно, какой красивый и ароматный салат получается. Закрываем все крышкой, оставляем остыть. А потом убираем в холодильник. Я убираю ее на ночь, потому что готовлю вечером, а кушаем уже утром. Вот так она выглядит утром. В ней очень много сока, аромата. Капуста получается хрустящая и очень вкусная. Остается только перемешать и кушать. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всего вам хорошего!